Гывот! Ну что ж, колотая, продолжаю проходить Doom 3. Если вы со мной, то погнали. Так, надо сейчас перебраться на эту базу. Вот ребятки уже уехали. А мне придется пешочком. Тихо, ты кто? А? Что-то первый раз такой урод попался. Да, кого здесь только нет. Быстрей, быстрей, быстрей. Еще на Марсе делать нечего. Здесь, мне кажется, и то поуютней. Тихо. Я тебя разбудил, да? Ну, прости. Зато ты мне, смотрю, оставил патрончики. Это хорошо. Вот, бежишь-то. Война еще не закончена. Суки, весь отряд положили. А! Ух ты! Это кто такой тут был, а? Нет. Зажимают, гады. Фу. Что-то, знаете, мне как-то не особо хочется туда идти. А, ну меня не пускает. Ну и правильно, да. Нехуй там делать. Так. Это что такое? Статус восстановления тепла. Нет текущего скана. А что это мне дает вообще? Я что-то подбираю? А Стив Хаммер? Нет, это старая запись. Вот почта появилась. Стив, я все еще трясусь после того несчастного случая со Свенсоном. Когда я открываю глаза, я все еще вижу выражение его лица перед взрывом плазмы, когда его голова превратилась в голубой пар. Не думаю, что смогу теперь когда-нибудь уснуть. Это все старые тоже записи. Ребята, это не письмо счастья, а возможность для вас всех спасти маленькую девочку, которая умирает от серьезной фатальной формы рака. Пожалуйста, отправьте это письмо всем знакомым или просто всем. Какая грустная история. Ну ладно. Так. Короче, придется дальше идти. Надеюсь, здесь безопасней. Ух ты, блядь. Скелета натравили. Ничего святого, да? Так, быстрей, быстрей. А, чтобы не разбиться мне. Тихо, тихо. Я, короче, вообще в какие-то катакомбы спускаюсь. Тут еще и кислород нужен. Ну и чё? Куда переть-то? А, тихо, стой. Все, закончился мой пулемет. Давай, 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 поехали отсюда. Да, спасибо, я то хотел кстати, сохраниться. Наконец-то игра обо мне заботится. Так, ну кажется, я по адресу попал. Раз мне такую засаду устроили. Да, засранцы. Патроны, патроны, да? Ебать.
Ну ты снайпер. Сейчас, сейчас. Нет, смотрю, тактика-то у них есть. Видно, их там обучали всему. Вот это кто? А? Похож немножко на технопата из Прея. Мне кажется, это братья по разуму как раз. Тоже пришельцы. Фу. Ну это мне надо отсюда быстрее уезжать. Иначе меня эти ребята съедят. А, хорошо тебе. Да. Че, тебя пули не берут, что ли? На. Мне срочно нужна аптечка. Ребятки, выручайте. О, это патроны. Тихо, тихо, тихо. Вообще, по идее, я попал на какой-то склад, да? Значит, здесь можно затариться. О, спасибо. О, ебать! А, это что за маньяк пришел? Техасской резни бензопилой насмотрелся. Сука, сдохни. На. А, у них тут целая банда, смотрю. Иди сюда, толстый. Угу. Ебать, что с ним творится-то, а? Блять, мне страшно. Успокойся, чувак. Все. Отмучился, да? Да, вот такие вот курьезы с физикой происходят. А. Так, кого мне еще раз пилить? Иди сюда. Если ты мужчина. А? Всех сейчас накажем. Единственное, что мне не нравится, это то, что на этом уровне нет вот этих терминалов медицинских. Как мне себя лечить теперь? Потому что аптечка много не восстанавливает. Вы мне решили темную устроить, да? Блять, вообще ничего не вижу. Надо прорываться быстрее. Так, 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 так. О, спасибо. Спокойно, песик, 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 песик. Я хороший. Фу, я завалил. Так, поехали отсюда. М? Нет питания? Замечательно. Да, придется пешочком. Кто еще? Да, какой-то инвалид криворукий попался. Ой-ой-ой, тут уже лава. Да, планетка такая. И здесь согреешься быстро. Фу. Новое задание. Используйте служебный лифт. Ага. Постараюсь. Кто, кто, кто? Нет. Нет, нет. Фу. Ну что он не вызывается-то? Доступа нет. Понятно.
Так, дайте мне хоть броню, не знаю. У меня сразу их урод появился. Так, ну остается только здесь пойти. Лифт работает, хоть нет, тоже. Отключили. Не знаю, мне эта база вообще не нравится. Она какая-то вся сломанная, грязная. Так, 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 давай, 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 выруливай отсюда. Куда-нибудь хоть. А? Так. Все. Ах ты засранец. Давно я, кстати, да, не смотрел эти видосы. Ну ничего, у меня там накопилось. Подождите, Джеймс Холидей. Транспортировка артефактов. Ну-ка. Аудиозапись инспектора Джеймса Холидея от 24 сентября 2145 года. В связи с недавними поломками транспортного оборудования на третьей площадке, руководство потребовало официального расследования. Вы должны оценить допустимые пределы веса и предложить лучшие способы безопасного хранения данного оборудования. Да какого хрена? Что-нибудь вообще работает? Пока. Да, я потом закончу. Да, чувак, здесь ничего не работает. Я уже на себе испытал. Так, остается у нас Рон Ридж, да? Небезопасное вождение. Инспектор Рон Ридж, 16 октября 2145 года. Недавний всплеск ДТП в транспортном тоннеле вызывает головную боль и у службы снабжения, и у ремонтников. Каждое ДТП приводит к задержке от 1 до 3 часов в доставке срочных грузов. Становится очевидным, что необходимо серьезно переоборудовать некоторые развилки и провести среди личного состава цикл лекций о безопасном вождении. За последние полгода основная масса дорожно-транспортных происшествий пришлась на участок дороги от НПРО до транспортного узла. На основных развязках тоннелей необходимо установить дорожные знаки и улучшить освещение. В часы пик на дороге не должно быть никакого постороннего транспорта. Весь персонал должен по возможности пользоваться монорельсом, чтобы не мешать перевозке грузов. Ну ладно, Рон, отдыхай. Так, а я как раз себе лифт вызову, да? Служебный лифт. Желательно быстрее. Карета подана. Так, ну чё? А, я сам могу рулить, да? А, тихо, тихо, тихо. Потихонечку поедем. Ой, ой, ой. Сука, куда они только не залезают. Стоп, машина. Сейчас я проверю эту дверь. Да. Это кто это меня так? Наверху, что ли? Нифига себе. А как мне туда попасть? Если здесь доступа нет. Очень странно. Очень странно. Подождите. Я вообще допрыгну сюда? Блин. Оп. Все, поехали. Это что за осьминог? А? Походу дело в глубокой спячке. Да?
Не мешайтесь мне. Вообще не понимаю, как здесь человек работал. Это ж настолько геморройно постоянно кататься. Выход из зоны, отлично, да. То, что нужно. Доступ запрещен. Ну и что мне делать? А? Какие мысли? В принципе, там тоже есть проход. Ну-ка, поехали. Главное, чтобы вот эта тварина не проснулась. Так, стоп. А, это я выше подымусь, да? Ну, прекрасно. Ты, самое главное, допрыгни. Оп. Так. Вот это мне пригодится. Угу. Эй. Чё, даже никто не нападает на меня. Очень странно. Ну куда ты прёшь-то? Так, открыть замок, давайте, да. Ой-ой-ой. Подождите, так я вернулся обратно. Ну да. А лифт я все равно, короче, не восстановил. И что мне делать теперь? Немного не вкурилось, честно. Стоп. Ну-ка, вызывай. Вот он, мостик, до него допрыгнуть и все. Наконец-то. Так, так, сейчас мы, знаешь, как сделаем? Подожди-ка. Угу. Тихо, кто? Чё ж он все не имется-то, не пойму. Так. Да, главное, чтобы вот этот не разбудился. Очень стрёмный товарищ. Так, все. Оп. Ну. Как запрещен? Почему запрещен? Я там все открыл. Или мне наверх надо попасть. Ну-ка. Так, поехали обратно, да. Стой, 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 стой. Там лифт заработал, нет? Да что делать-то? А-а-а, стойте. Сейчас я попробую. Как-нибудь подъехать. И состыковаться, да?
Ну. О. Есть контакт. А, только что-то я... А, нет, подождите, я перепрыгну. Давай, давай. Да, на втором этаже дела не лучше. А, вот теперь я там дверь открою, да? Понятно все. Да нет! Нет! Солдат! Все, сваливай, сваливай. Кажись, был сторожевой пес, да? О, подождите. Наконец-то терминал попался. Единственный вообще на этом уровне. Это чудеса. Так, ну и чё? Как-то надо, короче, обратно вернуться. В принципе... О, да. Давай, давай, давай. Оп. Все. Да уже не надо, спасибо. Я подлечился, блядь. Это что такое? Это что такое? А? Нифига себе. А, это какой-то режим крутой, да? Типа я стал этим сверхчеловеком стал. В демона превратился, наверное. Ладно, ладно. Поигрались и хватит. Так, так, так. Оп, оп. Да, 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 да. Я наконец-то отсюда уеду. А-а-а! Не, чтобы человека подобрать с собой. Вроде он с ними прилетел-то, да? Только о себе все думают. Быстрее, 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 у меня заканчивается кислород. Ну, резче, резче, резче. Фу, все, я прошел.